Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приготовил для вас подборку из 40 различных инструментов из Китая. Ссылки на все инструменты оставлю в описании под видео. Друзья, я заказал очень много товаров с AliExpress, на которые в следующих роликах будут обзоры, а также они будут разыграны между вами. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео с крутыми призами. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Шаблон для сверления. Это направляющее приспособление для быстрого и удобного сверления отверстий. С помощью шаблона сверление отверстий можно выполнить на любом удалении от края детали, вне зависимости от ее ширины. А вот еще один столярный инструмент. С помощью него можно просверлить и скрепить между собой деревянные детали. Такой инструмент особенно полезен при производстве мебели. Чтобы избежать сделок с недобросовестными продавцами и покупать безопасно, пользуйтесь AliExpress Helper'ом. Рейтинг продавца измеряется в процентах и размещается на странице товара. Чем выше показатель, тем выше рейтинг продавца и доверие покупателей к нему. Под общим показателем рейтинга размещены основные категории надежности продавца. Также вы можете следить за динамикой изменения цены, отслеживайте изменения цены товара и проверяйте подлинность скидок и акций у продавца, так как иногда они специально повышают цену, чтобы потом создать эффект скидки. Также можно вычислить среднюю цену на товар. Помимо всего этого, вы можете отслеживать скидки на товар. Добавляйте товар в избранное и получайте уведомления о снижении цены и ловите выгодный момент для покупки. А еще AliHelper совместим со всеми известными кэшбэк-сервисами, такими как Letyshops, AliBonus и EPN. Ссылку на AliPomощник оставлю в описании. Телескопический ключ с трещоткой. По функционалу это тот же ключ с храповым механизмом подголовки 1/2 дюйма. Но есть одно отличие, ручка у него телескопическая, а значит будет легче сорвать болт или гайку. Ключ полностью изготовлен из металла, его вес достигает практически килограмм. Также этот ключ имеет прорезиненную ручку, а длина его в развернутом виде составляет 45 сантиметров. Также помимо всего этого на ключе предусмотрен реверс и кнопка сброса головки. Хорошие отвертки. Комплект из двух отверток с жалом длиной 40 сантиметров. Они не будут лишними в вашем гараже, так как они выручат вас в тех случаях, когда коротким жалом отвертки не подлезть. Игольчатый шаблон. Такая вещь будет полезна при укладке кафеля или ламината. С его помощью можно с точностью повторить контур и перенести его на заготовку. Длина шаблона 150 мм и состоит он из 150 иголок. В отзывах пишут, что товар имеет хорошее качество и быструю доставку. Набор двухсторонних щеток. Они отлично подойдут для чистки небольших металлических предметов. В наборе идут три щетки с латунной проволокой, нейлоновой щетиной и проволокой из нержавеющей стали. Этот набор имеет 1200 заказов, 5 звезд и цену всего 100 рублей. Я заказал себе эти щетки, так что ждите, скоро будет на них обзор. Магнитный браслет. С таким браслетом удобно работать, так как с ним не нужно лазить в карман за шурупом или гайкой, или зажимать их губами. Признаюсь честно, магнит на этом браслете не очень мощный. В отзывах пишут, что выдерживает 10-15 шурупов, но все же имеет немалое количество заказов и неплохой рейтинг. Я тоже заказал себе этот браслет, так что при обзоре рассмотрим все эти нюансы. Удобный зажим для пайки. Этот столик является вспомогательным инструментом для пайки и позволяет зажимать платы. Максимальная ширина зажима платы 7 см. Огромный плюс этого столика в том, что при пайке он не скользит по рабочей поверхности, а зажим не даст смещаться плате. Инклинометр – это цифровой угломер, он предназначен для мгновенного измерения угла наклона или отклонения от него. Также прибор имеет магнит, а значит его можно закрепить на металлической поверхности. Применений у этого инструмента много, но чаще всего его используют в строительстве.
Цифровой микрометр – это очень точный прибор, который поможет узнать размер деталей до 0,001 миллиметра. Все показания можно смотреть на ЖК-дисплее, и измерять детали можно от 0 до 25 миллиметров. Китайский аналог сугру. Простыми словами, это вещество, которое после нанесения становится как твердая резина, хорошо клеится к любому материалу. Вот я заказал себе его, чтобы сделать лайтинг кабель, так как изолента портит вид. У продавца есть разные цвета на выбор. Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем. В наборе идет огромное количество сменных головок. Заказов у этого инструмента не очень много, но рейтинг и отзывы положительные. Металлические зажимы. В основном такой инструмент используется в работе у сварщиков или плотников. Такими зажимами можно очень прочно зафиксировать деталь или конструкцию, которую вы будете обрабатывать. Также есть регулировка жесткости зажима. Комбинированный угольник с транспортиром. На этом инструменте имеется транспортир и два вида угольников. Изготовлен инструмент из металла, а линейка из нержавеющей стали. Линейка имеет дюймовую метрическую насечку. Также этот инструмент имеет хорошую цену и небольшую, но приятную скидку. Аккумуляторный шуруповерт 3 в 1. Этот шуруповерт имеет огромное количество креплений и насадок, одной из которых является насадка с автоматической подачей саморезов. Она идеально подойдет для крепления гипсокартона. Инструмент очень легкий, так как рассчитан для работы одной рукой. В комплекте идет запасной аккумулятор и блок подзарядки. Подъемный лабораторный столик, размеры 100 на 100 мм и максимальная высота 150 мм. Столик фиксирует детали или оборудование на нужной вам высоте. Столик полностью выполнен из нержавеющей стали. Садовые перчатки. Перчатки, которые созданы для удобства работы с землей. На одной из перчаток имеются пластиковые когти для создания углублений или рыхления земли. В комплекте идет две пары перчаток. Отвертка с реверсом плюс 100 бит в комплекте. Весь набор идет в удобном пластиковом кейсе. В комплекте идет 100 различных бит монтажа шурупов, а также реверсивная ударопрочная отвертка с удобной рукояткой. Трубчатые сверла предназначены для сверления отверстий в плитке и стекле. В комплекте 1 диаметра. На торцах сверла имеется алмазное напыление. Со сверлением стекла и плитки справляется... Мечики с вертикальным держателем. В комплекте идет 4 мечика с ходовыми размерами от 3 до 6 мм. Судя по отзывам, инструмент хороший. Отверточный набор. В набор входит 8 удлиненных бит, а также рукоять. Весь набор складывается в очень удобный чехол для переноски. За такие деньги это отличный набор, ссылку оставлю в описании. Вакуумный вантус для прочистки раковины и унитаза. Данный вантус является вакуумным, что позволит вам сделать прочистку в разы качественней. Универсальная головка. Теперь не нужно будет таскать с собой сумку различных тяжелых ключей, а просто возьмите с собой эту головку, она подходит от 7 до 19 мм. Также продаются несколько комплектов, как сама головка, так и головка с трещоткой. Ссылку на данный товар оставлю в описании под видео. Комплект из двух универсальных ключей. Отличный набор, в котором идет маленький и большой ключ. Еще один отверточный кит-набор, в котором идет 108 бит. Данный набор, наверное, является самым большим на AliExpress. Также помимо бит в комплекте идет намагничиватель, удлинитель и пинцет. Данный товар заказали уже больше 1000 раз. Очень дешевая станина для болгарки. С помощью этой станины можно во много раз увеличить возможности вашего инструмента. При наличии этого инструмента вам станет доступна резка по линейке не только металла, но и дерева, соответственно установив перед этим пильный диск по дереву. Изготовлена эта станина из металла, также есть регулировка глубины реза. Недавно нашел один хороший канал, крутой Али. Автор делает интересные подборки, обзоры и крутые тесты товаров с AliExpress. Парень недавно начал делать ролики, и у него неплохо получается. Я уверен, что каждый найдет на его канале что-то для себя. Давайте поддержим его подпиской. Ссылку на его канал оставлю в описании под видео.
Набор шестигранных штифтовых ключей для винтов с внутренним шестигранником. Набор состоит из 15 укороченных ключей в метрическом исполнении и 15 удлиненных в дюймовом. Все ключи изготовлены из прочной хромванадиевой стали. Поставляются в удобной пластиковой коробке для хранения, в которой каждый размер ключа подписан. Универсальная коронка по металлу. Предназначена для сверления отверстий в металле любой прочности и марки. Также эту коронку можно применять для сверления керамики, кирпича, дерева, пластмассы и других подобных материалов. Только не забывайте менять центровочное сверло на подходящее для вашего материала. Размер коронки можно выбрать на сайте от 15 до 100 мм. Набор пинцетов, который состоит из 9 разных металлических пинцетов. Предназначены они для пайки и ремонта мелкой электроники и не только. Пинцеты обладают антистатическими свойствами и имеют антикоррозийное покрытие. Пинцеты поставляются в тканевом чехле. Пневматическая трещотка – незаменимый инструмент, если ваша работа связана с постоянным откручиванием или закручиванием. Максимальный крутящий момент 100 ньютонов на метр. Такая трещотка сохранит кучу ваших сил и времени. Друзья, если кому-то нужен этот инструмент, сейчас он продается с хорошей скидкой 25%. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Цифровой динамометрический ключ. Этот инструмент предназначен для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом. Только этот ключ покажет, в каком месте вы перетянули или не дотянули. Ключ имеет дисплей, цифровую индикацию и несколько режимов работы. Ручной заклепочник. Как известно, заклепочные соединения очень прочные и зачастую используются для соединения металлических листов. В описании также оставлю ссылки на более дешевые варианты. Очень дешевый пулевизатор. Это незаменимая вещь для быстрой и качественной покраски. Но в этом пулевизаторе есть один небольшой минус. Это маленький стакан для краски. Так что он подойдет для небольших объемов работы. Но для такой цены это не сильно огромный минус. Этот пулик заказали уже около 300 человек и оставили хорошие отзывы. Очень крутой набор 69 в одном от фирмы JKMI. В этот набор входят две отвертки с трещоткой, два удлинителя и очень много сменных бит. Ребят, заказал я себе этот набор, пока мест на него действует скидка 40%. Так что ждите, скоро будет подробный обзор с тестом на моем канале. Ссылочку на этот набор оставлю в описании под видео. Съемник для подшипников. С помощью съемника можно снять подшипники размером от 6 до 28 мм, которые отслужили свой срок, цена всего 650 рублей. Инструменты для рыбалки. Многофункциональные щипцы для резки лески или обжима трубочек и захвата для удерживания рыбы. Цена всего 430 рублей. Этот товар имеет уже более 1000 довольных покупателей. Ссылку оставлю в описании под видео. Кольцо механика изготовлено из нержавеющей стали и доступно в трех цветах. Это серый, золотой и черный. Таким кольцом реально можно открутить болт или гайку. Имеет 1200 покупателей и хорошие отзывы и цену всего 190 рублей. Фонарик. Очень мощный фонарик с 5 режимами и внешним аккумулятором. Плюс этого фонаря состоит в том, что при разряде вашего мобильного телефона вы можете зарядить его от этого фонаря. Также он водонепроницаемый. Он имеет 5 режимов освещения для различных условий. Отлично подходит для охоты, езды на велосипеде, кемпинга и просто активного отдыха. Приходит этот фонарь в пластиковом кейсе для переноски. Также в комплекте идет аккумулятор 18650, зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство и USB кабель для зарядки гаджетов. Ящик для рыбалки. Ящик с четырьмя пластиковыми отделениями для рыболовных снастей. В отзывах пишут, что в реальности ящик не такой, как на фото, но на качество пластика никто не жалуется. С приобретением этого ящика все ваши крючки, грузики и прочие надобности для рыбалки будут находиться в одном месте. Также этот ящик можно эксплуатировать как стульчик. Термофен. Цифровой электрический термофен с регулировкой температуры. Друзья, я знаю, что этот фен был уже в моих подборках, но сейчас он продается просто с дичайшей скидкой. Если кто-то не успел или не смог купить этот фен из-за его большой стоимости, то сейчас вы можете его купить за полцены.
Ну что же, друзья, если вам понравился этот ролик, то подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставьте лайк под этим видео. Также интересно было бы услышать ваше мнение в комментариях. Также, друзья, если вы хотите узнавать первыми о новых роликах и конкурсах, то подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее оставлю в описании под видео. Ну а я всем желаю удачи и всем пока. Встретимся в новых роликах.